Привет, друзья! В этом видео коротеньком хочу показать, как оснащать двойниками резину в силикон. Я пользуюсь в этом сезоне вот на такие азуры перешел. Можете срисовать, кому интересно. И именно этот номер подходит для там 2,7-3 дюйма. Очень отлично подходит. Вот смотрите, K-Tech Easy Shiner 3 дюйма. Сейчас покажу, как я это делаю. Так, берем наш двойничок. Немножко его расправляем для удобства. Затем примеряем. Ну, вот примерно, видите? Я уже вижу, где у меня выйдет двойник. Некоторые делают так. Ага, и здесь делают засечку, чтобы потом видеть, где у нас выходит тройничок. Ну, на глаз уже со временем как бы это будет понятно. Итак, мы прокалываем за спинку вот таким способом. Потом вращаем его аккуратно, и получается у нас вот как взяли его, получается, в петлю за спинку и аккуратненько продеваем, аккуратно, чтобы у нас все ровненько было, не спешим, и продеваем в нашей голове. Все, вот вышла у нас с головы уже, видите, петля. И подтягиваем. Вот у нас получилась вот такая красота. Со временем рука набивается, как бы уже эти засечки не нужны. Приложил примерно, продел. Если что, поддел. То есть не проблема. Ну, вот как видите, у нас получается... Идет, вот смотрите, тут борозка идет. И заканчивается она вот здесь. То есть, в принципе, крючок сидит нормально. Не дальше этой борозки должен быть. Ну и не сильно близко он у нас сидит. Ну, такой крючок, я думаю, уже больше 3 дюймов, наверное, уже не пойдет. 3 дюйма, 2,7. Какие там чуть-чуть, может, меньше еще. То все отлично. Вот, друзья, еще попробуем фетик зарядить. Фетик у нас 2,7. Вот такой от Crazy Fish VibraFet 2,7. Друзья, тут уже есть у нас точечки, меточки на нем. Ну и также борозда. Так, берем наш крючок, двойник. Я обычно ложу себе в коробочку две приманки. Одна заряженная на крючке и одну чистую на случай, если ее щука ушатала, если она работает. А остальная запаска уже в рюкзаке. Так, опять расправляем. Расправили, отмерили. Так, где у нас тут лицо? Вот бороздка. Отмерили примерно. Ага. Тут можно еще по колечкам смотреть. И вот примерно здесь он должен выйти. Прокололи. Смотрите, аккуратно вращаем. Вот у нас получается вот такая тема. Вот для чего мы его расширяли, чтобы он не рвал тоже еще резину. И все, и насаживаем аккуратненько вдоль борозды, вдоль этой каналки. Раз, оп, неправильно, видите? Чуть-чуть можно сдвинуть. Вышли.
и подтягиваем его. Все. Вот, смотрите, в принципе, все отлично. Недалеко, не близко, вот 2,7 фетик. Так, азуру можете срисовать еще раз, кому интересно. Размер на 2,7 на 3 дюйма. Все, друзья, лайкос, подписка и вперед. Дальше будут рыбалочки, видосики.